сегодня мы приехали на индивидуальную инспекцию отеля Стелла Димара в Шарм-эль-Шейхе. Идем смотреть, чем нас порадует этот отель. By the time you looked away, already knew I couldn't fake it. I got this need for you, forming in my beating heart. И вот так нас встречает Стелла Димара. Стойка регистрации гостей с соблюдением всех санитарных норм. Цветы, роскошный мрамор, симпатичный дизайн отеля, выполнен, я бы так сказала, в роскошном стиле, небольшой красивый сад. Гости уже постепенно приезжают, отель работает. Есть небольшой лобби-бар. И, конечно же, отсюда открывается прекрасный вид на море. И, как в лучших традициях, у нас есть рояль. Идем смотреть номера. Которая открывается нормальными дверями за собой, да, одной на двухспальной кровати, а другой софа, которая была на себя дополнительные спальные места. Если нужна какая-то дополнительная кровать, пожалуйста, без проблем. Обзор номера категории комфорт, без вида на море. Здесь либо же вид на сад, либо же вид у нас идет на бассейн. И вот так у нас выглядит сам номер. В номерах постепенно проводится время от времени косметический ремонт, заменяется мебель. И также у нас есть небольшая зона для отдыха на террасе и сразу же небольшой бассейн. Обзор номера категории «Делюкс». Номера с видом на море. Здесь у нас расположение твин. Такой вот прекраснейший вид. У нас есть небольшой балкон, где гости могут отдыхать. И идем смотреть ванную комнату. Все идеально чисто. Косметика у нас есть, и здесь у нас представлен душ. I got this need for you, forming in my beating heart. И у нас у главного ресторана есть вот такая вот замечательная терраса с прекраснейшим видом на море. Очень красивый вид. И здесь также есть небольшая сцена, бассейн и пул-бар. Идем дальше. Прекрасный коралловый риф.
местах мы можем зайти в водичку с пляжа отеля Стелла ди Маре. Вход только с понтона. Никаких лагун в отеле нет. И вот так выглядит основной пляж. Сердечки на расстоянии. Пляжные полотенца вы можете найти у себя в номере. Индивидуально упакованные. И менять их вам могут хоть каждый час по вашему запросу. Здесь также есть бич-бар, который работает с 12 до 17, где вы можете перекусить. И сейчас мы пришли в главный ресторан отеля Стелла ди Маре. Сейчас отель работает по системе сет-меню, но совсем скоро у нас начнется снова привычный для всех шведский стол. У входа мы сканируем QR-код, таким образом получаем меню, пользуемся санитайзерами. Есть у нас все одноразовые стаканчики, чистая посуда упакованная. Так что о чистоте в этом ресторане можно не беспокоиться. И идем дальше. И сейчас в отеле работает тренажерный зал. Спа не работает, но вы можете спокойно заниматься спортом. Конечно же, с ограничением по количеству человек, которые могут здесь находиться.